Здравствуйте, Донатос. Это видео про ваш второй одуванчик. Как видите, вот он наклеен на скотч на мой тестовый переходник, который имеет те же параметры, что и ваш байонет на объективе Гелиос 42. И сейчас я его проверю. Вот я запрограммировал фокусное расстояние 85 миллиметров, диафрагма 1,4, время входа в режим программирования 1 секунда. Вот вы теперь уже все знаете. Очень прошу, очень аккуратно наклеивайте и не перекручивайте байонет с одуванчиком камере, чтобы опять не поцарапать и не сорвать контакты. Сейчас я это все упакую и завтра утром отправлю вам. Спасибо за покупку и спасибо за внимание.